Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в нашего детектива. Так. Институт Ревенсар. Ревенсарский институт. Давайте. Смотрим, что. Что у нас там будет в институте? В безымянной книжной лавке Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготорговца и узнал, что там лежала книга в переплете из человеческой кожи, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. А, да, ну, в бабе там. Сейчас мы в больнице. Ну уже. У нас есть время попутешествовать в ее теле там, конечно. Идем в туалет и развлекаемся. Название лекарства, судя по ним, оно обладает сильными побочными эффектами. Не могу, да, прочитать? Вау, ни хрена тут, блин. Ну ладно, врешь. Я не шучу, я видела график дежурства, он снова одна в ванной. И она до сих пор ничего не сказала старой ведьме, Донован. Ох. Так. А мне что-то надо добыть, точно, какие-то улики, доказательства. Сенная лихорадка, что он делает? Лихорадка. Доктор, прошу, грудь. Что у тебя там? Ну-ка, давай смотрим. Вливание разбавленного физического раствора, кажется, не помогает. А, он высыхает. У него фибрилляция желудочка. Сестра... Добро, помогите мне, пожалуйста. Уровень калия слишком высок. Замените на 2% раствор глюкозы с инсультом кальцием. Немедленно этим займусь. Спасибо, он в ваших руках. Так, что тут? Подводные камни. Камин. Камон. Он сломал спину в результате несчастного случая в доках. Китобойная станция. Что со мной? О чем вы говорите? А, доктор, это вы? Да, доктор, это я. Расскажите, что произошло? Китобойная станция, видите? Что вы там видели? Вообще ничего. Пол весь прогнил, и я провалился. Так вы и сломали спину? Понятия не имею. Потерял сознание. Я еще немного посплю. Ничего у тебя нет? Could this have been avoided? Так, отчет о вскрытии Эрен Сато. Вскрытие? Вскрытие провел доктор Фуллер. Он описывает рану от выстрела в упор в правой части головы и приходит к заключению, что это было самоубийство. Миссис Сандерс? О, боже. Тут у тебя ничего нету. Улики, мне нужен... Ага, нет? Ну так, как там, кстати, пейзаж там вроде бы красивенький, больничный. Так, у тебя что? Она недавно переведена из хирургического блока состояния, так, судя по ее карте, нефрактомия была неизбежной.
Но почку спасти удалось. Доктор Колден? Доктор Колден? Вот какой-то красный раствор. Так, минутку. What is the boiler room key doing here? Ключ от котельной, что он здесь делает? Not where I expected to find it. Так, бери его. Если он здесь есть, значит, он нам нужен. Так, бутыльки, бантики. Нет. Не залазит? Нет, не залазит. Интоксикация от вдыхания органических веществ. Что он там нюхал? Снова бессонница. Нужно понять, почему она так часто встречается. Тут никого. Горшок. В горшке ничего. Ты-то что можешь сказать? Господи. Итак, ладно. Gentlemen. Джентльмены, могу я вам чем-то помочь? Мы ждем новости по поводу нашей матери. Она поступила сюда с почками, но с тех пор ничего не слышно. Я видел с ней все в порядке. Все хорошо. А почки как новенькие. Это же чудо. Ну вот, она пока приходит в себя после операции, но вы можете пока там побывать. Давай. Мы подождем, пока она проснется. Ага. Прятаться надо от кого-то, да, будет? Пациенты и персонал больницы питаются одним и тем же. Ну что ж. Уже хорошо. Говно не варят. Watch out for the water, doctor. Осторожней. У воды, доктор. В этот очень интересной книге, предназначенной для широкого круга читателей, описано, как непризнанные науки влияли на современную медицину. Магнетизм, народная медицина, китайская акупунктура, гипноз, лечение травами, алхимия и многие другие методы внесли свой вклад в медицину в начале нашего века. Рецепт на бурбитураты, выписанный доктором Фуллером. Дозы, которые назначил Фуллер, слишком высоки. В своей псевдонаучной книге Чазере Ломброзо демонстрирует связь между морфологическими признаками индивида и его преступными наклонностями. Серьезные исследования и впечатляющие примеры могут обмануть несведущего читателя. Там сзади ничего нет. Пока еще вообще ничего не было сзади. У нас кончается это лекарство. Я знаю, доктор, мы отправили бланк заказа, но миссис Донован его отклонила. Снова? Вы ничего не можете сделать? Донован получает инструкции напрямую от доктора Фуллера. Боюсь, сейчас я ничего не смогу сделать. Блин, жопа. Что делать-то будем? Так.
Мы уже несколько недель ждем пополнения запасов. Так, света у меня нет. Охренеть, подождите, я что-то запутался, где я был. Ага. Вон оттуда я начал. Ну-ка, давайте-ка откроем дверки. Ответ наверняка спрятан в кабинете Фуллера. Ага, мне туда еще и никак. Тут, видимо, Фуллер написано. Так, это что у нас, перевязочная? Помывочная? Что? А я раз... Это нечестно. Ага, можно пойти уползти по этой вентиляции. Как Бэтмен. Ну так-то красиво сделано, что? Так. Ну их здесь привязывают, как видно. Может, когда моют, может, еще что-то. Элизабет, как ты? Почему эта комната в таком состоянии? Потому что я, как всегда, убираю в ней сама. А воду сегодня утром опять отключили. Так мне снова пришлось побеспокоить миссис Донован и дать ей повод поунижать меня. А зачем надо было идти к ней, чтобы открыть кран? Я не могу принимать такие решения без ее одобрения. Представьте, что было бы, будь там утечка. Как бы то ни было, котельная почти все время закрыта. И каждый раз, когда воду выключают, я должна идти к ней и терпеть ее брань, пока она не устранит проблему. Понятно. Не унывай, Элизабет. Спасибо, доктор. Эта штука довольно капризная, если я правильно поняла. Так, котельная. Может, я возьму ключ от котельной? Я знаю, где он лежит. Я его видел. Вот он. Not where I expected to find it. Так, не берет, ладно. С котельной пока подождем. Может быть, где-то потом будет. Так, это что у нас? Какая-то гардеробная. Не знаю. Блин, как мне улики-то собирать из-за вас? Куда? Открываем. Смотрим. Двери пока все открываем, пока мне прятаться-то не от кого, правильно? Хотя один шкаф-то я видел, там вроде прятаться можно было. Тут нет. В бумагах нет. Прослушать. Тоже не можем, нет? Нет, не можем. Ну-ка, вот этот в коридоре, мы его смотрели, нет? Там нету больше в коридоре, нету. Давайте смотрим. Ага. I don't have any business. Мне ничего делать в котельной. А вот котельная. Ладно. А здесь мне прям есть что делать. Машина. А, книга. В этой книге, как в словаре в алфавитном порядке, перечислены все методы лечения, известных и практикуемых в современном мире. В каждой статье указаны крупнейшие труды по теме и наиболее авторитетные имена. И справочник по медицинским наукам. Ага. О, яблоко. Ням-ням. Печатная машинка. Блин, да. Древненькая. Тут у нас ничего нет. Так, там мы были. Да. Тут мы были.
Да, 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 тихо, 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 тихо. Так, вот еще один шкаф. Тут, видимо, тоже можно будет прятаться или в дальнейшем. У меня с вас мало времени, доктор. Вы еще поймете, что делать. Нет, ну, тут врачи. Ты что еще хамишь мне, падла? Подождите. Вы куда это? Доктор Колден. Доктор Колден. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured. Я скажу, что вы заходили. В этом нет необходимости. Спасибо. I will tell him nonetheless. Иди докладывай. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. But rest assured. That won't be I will. Блин. Так, она меня не пускает. Надо ее как-то отвлечь. Let's hope I can go through the administration. Будем надеяться, что смогу пройти. Ага. Так. Блин, все ходят бездельничать. Так, это котельная. The operating room is never. Операционную невозможно войти после операции. The operating room is never accessible after an operation. Почему невозможно-то? А что, прибираются так прямо? Так, вот еще один шкаф. О. In theory, обычно ключ от котельной мы вешаем сюда. Доктор Фуллер всегда носит ключ с собой. Доктор Колден, we need you. Доктор Колден, вы нам нужны так, в палате Б. What is the problem? А что случилось? Мистер Эванс, кажется, какие-то проблемы с капельницей. Я посмотрела. Так, у нас есть пациент с психиатрическими крылами. Вы не могли бы его осмотреть? Ох, и в каком же он теперь состоянии? Лучше вам пойти и посмотреть лично, доктор. Блин, еще куда-то идти, да посмотреть. Это очень странная карта, она не полностью заполнена, в ней отсутствует информация о лечении, стандартные требования не соблюдены. История болезни Эдварда Пирса. О! Так это же я! Пока не закончена инвентаризация, никто ничего не получит. Блин. О. Мусорок. Итан. Это? Мари, я... Что вы тут делаете? Жду лекарства, конечно же. А что? Why? Так. Вы не умеете лгать. You're not here for treatment. Вы пришли не за медицинской помощью. Это так очевидно. Только мне. Я знаю, что вы беспокоитесь из-за меня. Я вам доверяю. Я рад вас видеть. Это все? Ну, есть еще кое-что. Я не уверен. Говорите. У меня кошмары, они не дают мне заснуть каждую ночь. Я знаю, звучит глупо, но они просто ужасны. Вообще-то вы не один такой. Нет, один. Никто и никогда не видел того, что вижу я. От этой болезни страдает столько людей. Это как эпидемия. Думаете, это как-то связано с работой Фуллера? Я пока не знаю, но скоро выясню. Все на острове мучаются кошмарами. В самом деле, у нас больше не осталось лекарств. Тогда прошу прощения, у вас, наверное, много работы. Берегите себя, Итан, и вы себя, Мэри. Так. Ну-ка, дай-ка за прилавком посмотрю, пошарюсь, что у тебя тут. Доктор Колден. Доктор Колден. Так, ты-то что здесь стоишь? Кто ты такой? Не понимаю, почему нас заставляют так долго ждать. Тут почти нет пациентов.
get why they have us waiting so long. Where did my fiance go? Тут почти нет. I hope those nutcases will stop. Надеюсь, эти психи перестанут нагружать ее работой. Ага. There's no way I'm leaving until I find. Я не уйду, пока не знаю, что прячет Фуллер. It's a quiet little town. Days go by as steady as ever. I wanted more for myself. Понятно. Ну и все, вроде все обошел. Доктор Колден, here you are at last. Вот вы где? Ну наконец-то. Этот пациент опять перевели в психиатрическое крыло. Мы проводили незначительное вам лечение, так назначено вам лечение, но дегвезия не проходит. Вы не смогли бы перевести, из-за стресса у него начались сильные кошмары. Так, сэр, я должна осмотреть вас, вы понимаете? Колоть ему дозу пентобарбитала внутримышечно, чтобы... Чего? А, руки осмотреть. Ну, не все кровавые раны кровоточат, да, или что? А, вот еще. Он так сильно прикусил губу, что она до сих пор так... Горит белая пена, очевидно, из-за обильного чего-то там. Доктор, что будем делать с этим пациентом? Я предлагаю пристрелить его. Так. Продолжим обрабатывать его раны пока. Так, начал действовать. Так, спасибо, доктор. А что с потерей веса? А вот дегвезии я пропишу ему еще что-нибудь. А пока назначаю внутреннее кормление. Все сделаем, внутривенное кормление. Вот, взял. Открываю дверь в котельную. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Так, нужно включить воду, надеюсь, Донован заглотит наживку. Так. Сейчас включим. I'll just sleep a bit. Я еще немного посплю. Да спи, дорогой, спи. Так, ты-то у меня что, самый первый? Так. Мать его, вот это котельная. Черт ногу сломит. Давай. I can't shut this with my bare hands. Голыми руками кран не закрыть, нужен какой-нибудь инструмент. Охренеть, а где я должен искать инструмент? А, вентилизации. Так, мне нужна. Ты, наверное, нужна мне. Так, тут нету ничего. В кабинете это точно не должно быть, мне кажется. Ты в порядке, доктор Колден? Элизабет, спасибо, я просто хотел убедиться, что воду снова не отключили. Слава богу, это не так. Вода течет. Я не хочу звать на помощь данного. Так, ступай, значит, идти. Держись. Я пытаюсь, доктор, я пытаюсь. Просто иногда мне кажется, что она так сама включает воду, чтобы поиздеваться надо мной в свое удовольствие. Ее время стоит слишком дорого, чтобы тратить ее на такие игры. Не унывай, Элизабет. Спасибо, доктор. Дайте мне инструмент какой-то. It's temperamental, if I understand correctly.
The answers must be hidden in Fuller's office. Так, мне получается, надо где-то найти инструмент. Ну тут тоже навряд ли бутыльки да бумага. Хотя хрен его знает, что тут бывает. Один раз я лом вообще нашел он. В каком месте? Найдите подходящий инструмент. Так, туда мне. The operating room is never accessible after an operation. В операционную не войти. О, разводной ключ. Она ушла оттуда, инвентаризацию, видимо, проделала. Давай, ломай. I feel guilty about Elizabeth. Я виноват перед этой. Мне нужен отвлекающий маневр. Сейчас посмотрим. Ага. Вот сейчас ее попросим сходить, чтоб она, конечно, люлей получила. Ну что поделать? Судьба. Давайте. It's temperamental. If I understand. Dr. Colden, might there be... У нас проблема с водой? I was about to mention it. Похоже, ее снова отключили. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. Давай иди. It's not your fault if we have diff... And yet, I'm the у нас плохие трубы, так придется ругаться с этой старой ведьмой. Придется. Courage, Elizabeth. Here we go. Так. А ее нету. Уже. Так, наконец-то пропавшие карты должны быть спрятаны где-то здесь. Так. Да я в печке готов посмотреть. Мэрикл, что-то с этими мачтами не так. Какая-то головоломка. Ну-ка. Ага. I've unlocked something. О, patient files. Карты пациентов. Right. Я была права. Так, этот цилиндр был спрятан в офисе Фуллера. Он записывал свои соображения по поводу одного из множества сеансов психоанализа, которыми он подвергал Сару Хокинс. Ну-ка, давайте послушаем. Заключение сеанса номер 17. Пациент Сара Хокинс. Пациентка, похоже, наконец-то смирилась с иллюзорной природой того, что она называет мифом. Очевидно, что ее необычный бред – это цена, которую ей приходится платить за исключительный дар. Что, и все?
Почему доктор Фуллер пишет психологический отчет о Саре Хокинс? Поначалу я предполагал, что ключом ко всему является ее кровь. Но я не нашел ничего, что объясняло бы способность миссис Хокинс. Так, вижу. Бедняги внизу не единственные, кому нужен препарат, что ли, что? Потом пришел взбешенный Джеймс, Чарльз что-то от него скрывал. Полагаю, рано или поздно, но попытается вломиться в подвал. Я к этому готов. Так. Этот палец принадлежал женщине. Зачем хранить его здесь? Так, где у нас? Почему Этан принимает лекарства? Хокинс, Фриц и Фуллер. Что их связывает? Какая удача, что мне хватило ума разместить морг в подвале. Когда шум вокруг дела Хокинсов утихнет, я избавлюсь от ее вещей. А пока они будут спрятаны у всех на виду. Ну давай. Он душегуб. Конечно, это связано с Сарой Хокинс. Обгоревшая туфелька, похоже, она принадлежит Саре Хокинс. Так я ее находил детективу. Так, ну все вроде, да? Нужно вернуться в подвал. I should go another way. Лучше пойти другим путем. А мы пойдем другим путем. Так. Ну-ка давайте посмотрим, что у нас. Улики. Рецепт. Очень странная карта, не полностью заполнена. Так, после осмотра гостиной, так, возникает вопрос, что же стало с телами родителей. А вот находка доктора Холденса в кабинете Фуллера только подтверждает, что его причастность к происходящему. Сару Хокинс с места преступления забрал именно доктор Фуллер. К тому же директор Левитанского института был, очевидно, одержим молодой художницей. Содержание цилиндров для фонографа, записанных доктором, доказывает его интерес к ней. Дополнительно подтверждают краткие обзоры психоаналитических сеансов, а также анализы крови на одном из цилиндров Фуллера. Явно говорится о том, что спрятал тело и личные вещи одного из своих пациентов. Предметы. Ну, это вот мы забрали. Ключик мы достали. Знания. Ну, тут книги, которые мы прочли. Да. Ну и Пирс. Что у нас? Ладно. А, я же не Пирс.
А ну-ка еще разок, подождите, улики, где у меня? Это вот то, что мы взяли. Так. Вниз, вниз. Идем только вниз. Был святой, шел бы над водой. А пока по дну. Ой, да, в омут с головой. Ага, вот теперь я узнаю свою Мэри. Я знал, что могу рассчитывать на вашу научную любознательность. Не понял. Не проиграл или что? Если вы хотите пристрелить меня, то, по крайней мере, имейте смелость взглянуть мне в глаза. Поворачивайтесь медленно. Говорит грязный вор. Или я клянусь выстрелю. Я видел ваш магазин. Книги, знания. Вот ваше оружие. А что мне еще делать с такими, как вы? Вы должны защищать себя. Я понимаю. Это правда. Почему книга была в сейфе? Вы читали ее? Ответьте на вопрос. Это было очень глупо. Теперь вы не сможете притвориться так и покориться его воле. Так. Я помню, как читал книгу, а потом вдруг стал кем-то еще. Видение? Кем? И чью же жизнь некромином решил вам открыть? Доктор Колден, она была в Риверсайдском институте. Она в опасности? Мне нужно идти. Никто не разбирается в оккультизмах, в науках лучше меня. Вам может потребоваться моя помощь. Ладно. Хорошо. I might need you after all. Вы можете мне пригодиться. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Нет, идите, спасайте доктор. Спасибо, Дрейк. Так, ладно. Ну. О. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брэдли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Риверсайдского института скрывал информацию о Саре Хокинс, а то и ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. Спасем! Если не поздно, конечно. Ладно. Давайте. Смотрим. Плохо, что тут по-английски говорят. Могли бы и по-русски озвучить. Пусть не совсем теми словами, но, по крайней мере, близко к тексту. Молюсь о том, чтобы Колден был здесь живой и здоровый. Так, а может эти шкафы, кстати, для Пирса сделаны были? Дневник жены преподобного Виквуда. Ее муж Джон построил первый дом Хокинса в конце 17 века. Они были одним из первых колонистов на острове. Предыдущие обитатели таинственным образом исчезали 300 лет назад. Исчезли 300 лет назад. Так. Это тело мы знаем. Оккультизм. Когда поглотят они звездную плоть и переживут трансформацию, став ближе к своему повелителю, чем когда бы то ни было, войдут они в сон смерти его и пробудят лишь
для того, чтобы ответить на зов его, и звать их будут пробудившимися. Охренеть. Глуй. Хрен пойми, кто такой. Выдержка так. Ну, это вот бродяга, как я понимаю, нет? Нет, не бродяга, какой-то другой. Люди нашли символ столь сильный, что он мог защитить их от твари и мифа. Они вырезали его на своих драгоценностях, рисовали на дверях домов, вышивали на одеждах детей. Позже они поняли, что его сила распространяется даже на врата затопленного города. Ох ты, господи. Так, слова, которые записаны дальше, принадлежат не мне. В снах и видениях мне передали их величайшие умы космоса. Моменты прояснения становились все короче, и я пользуюсь ими, чтобы записать эти обрывки беспредельного знания, которые они посылают мне ночью за... мне ночь за ночью. Сокрушая слабым ум мой, я могу оставить миру только эти крохи в надежде на то, что они направят людей. Но я уже боюсь тех нечестивых слов, которые впитаются в душу несчастного, осмелившегося открыть проклятый гримуар, как узник признания которого написано на его собственной коже, должен и я защитить свое наследие через века. Так, ну и что это? О, господи, это маска. Зов без проводника невозможен. Проводник не должен ни видеть, ни слышать. Он полностью предан делу великого древнего, которому служит. Он найдет оракула. Он будет преследовать искателя истины. Он не будет ни открывать истину, ни объявлять, ни объяснять. Он будет наблюдать. И когда сойдутся звезды и наступит день пробуждения, он займет свое место и раздастся зов. Вот так вот места. Ага. Предметы. Подожди, знания. Ну, это дневник. И мне интересует рассудок. Ага, Пирс прочитал некромант. Так, потом проклятые книги. Он взломал сейф книготорговца. Так, ну... понятненько. А мы пойдем другим путем. Enough time wasted. Colden needs me. Я должен найти его. Ага. Хрена ли ты у меня? My God, what is happening to me? Что за хрень? What was that? Что это у меня как будто принесло куда-то еще? Так, что происходит? Мать его. Так. Ё-моё, куда вы меня тащите? Чё за игры разума нахрен? Найдите доктора Колден. В туалете нет ее.
Это очень интересные книги, предназначенные для широкого круга читателей, описанные как непризнание науки влияли на современную медицину. Ну это брали уже. Я понять не могу, как мне отсюда. Я найду-то его. О, в своем псевдонаучной книге Чарльз демонстрирует связь между морфологическими признаками индивида и его преступными наклонностями. Серьезность исследований, впечатляющие примеры могут обмануть несведущего читателя. Ты мне выход лучше покажи, выход. Так, подождите. Где это видео, этот символ? Мать его. Ни хрена вы меня бесите-то. Так, подождите. Где-то я видел эту семерочку. Да, блин. Мне семерочку эту надо найти. Я так думаю. Меняем фонарь опять.
запарили. Да не туда я хотел. Мать его, что сожрали? Что-то новенькое здесь еще не было. А где я только что был-то? То есть я сюда могу войти только с этой лампой? Что за хрень? Мать его, в туалет надо. За бредятина-то.
Так. Идем за нашей лампой. Что ты покажешь? Ни хрена, да, хорошенького ты мне показывал. Ну и там мы тоже ничего не можем взять. Зарядим. Проверим куда-то. Нас приведет. Ну, где-то кто-то будет. Ну понятно, принцип-то понятен, короче, как это делается. Увеличивать яркость у тех, куда дорожка ведет. Все, мы поняли. Вот этот фонарь бесконечный, тот кончаемый. Давай, беги. Нам сюда. Куда ты ведешь? You are confronting powers that surpass you. На пять. Часто ты меня куда? Я уже все твои круги, блин, осветил тут лучом, фонарем. Опа. А ты уже и не здесь, а даже, да? Беги-беги. Оп. Ладно.
Или мне надо просто рядом с фонарем этим оказаться? Так, это типа головоломки. Еще раз чудовище, нам неохота встречаться. Как мне туда попасть-то? Это я понять не могу, так. Блин, где я вообще нахожусь? Так. А где корабль? Надо за другим фонарем идти. И опять в круговую потом все бежать. Блять, да сколько так можно-то? Все, понял как. Этим фонарем мы, получается, двери открываем. А с тем фонарем уже проходим. Такая, ты сука копыта не отдал.
А вот. Да сколько можно эти игры разума нахрен? Что она есть? Блин. Нахренеть они меня трухнули-то. Сейчас начнется. Минутку. Блин. Реально сикну. Тихо, да. Да. Нет ни конца, ни края. Что происходит? Тут что-то со светом связано по-любому. Что-то я не понимаю. Проклятие, это я. That's me. А подожди, а ни хрена себе, а я же вот а, еще и двери нет. Ё-моё. Нехило меня плющит. Так, нам надо выйти отсюда. Вот, не было двери. Что за галлюциногены? Пирс, я нашла ее. Я наконец-то знаю, что происходит. Вы должны выжить и узнать правду. Для меня уже слишком поздно. Колден? Мисс, так, что происходит? Это была галлюцинация? Я прошу вас, не шутить, я скоро к вам присоединюсь. Остановитесь, что бы вы ни делали, и повернитесь. Нет, не может быть. Это ты, сукин сын. Что ты с ней сделал? Хотелось бы мне провести над вами побольше экспериментов, мистер Пирс.
Повторяю, что ты с ней сделал. Вам не стоит сожалеть о своей подруге. Завидуйте ей. Убийца. Этому безумию нужно положить конец. Я быстрее, ну. Если мне дали бы сейчас выбор, стрелять или не стрелять. Выбора мне не дали. Жаль. Колден? Колден? Не понимаю. Звездное небо. Тут точно ничего. Мы погружаемся в безумие. Что за странные картины? Это я. Это кровь. Это крысы. Запчасти человека. Что во имя Господа тут? Что с вами сделали, Сара? Вы можете говорить? Сара Хокинс, которую считали погибшей. Он дал ему золото, а я... Лазурь. Я его теперь не часто вижу. Зеленый сильнее. Вы плохо себя чувствуете? Я здесь? Но нет, нет. Давайте выбираться отсюда. Наш разум тает, словно краски на палитре. Я вижу это во снах. Пойдемте со мной. Это густо-зеленый, интенсивный, живой, энергичный. Видимо, мне это пригодится где-то. Цвет морской волны, может быть. Нет. Мисс Хокинс, мы должны уходить, пока нас кто-нибудь не нашел. Он все равно найдет. Он знает все, что касается меня. Я видел тот же цвет. Он не был таким ярким, как вы говорите. Бледная копия, изгнанный отпрыск. Вы знаете, что это было? Скажите мне. Я не могу. Мы не должны называть его имя. Ужасные последствия.
Хорошо. Right. Пойдемте со мной. Come with me. He will know. Он узнает. Он найдет нас. One more reason to hurry. Тем больше причин поторопиться. Мы уже встречались. Вы можете идти? Maybe. Может быть. Then let's go before Тогда пойдемте, пока нас не нашел ваш муж. It was in your studio. What? В вашей студии? Что? That's вот где вы меня видели. Вы рисовали меня. Конечно же. Белые люди идут. Вы про охотников? Сюда, за мной. Ну, конечно, за тобой. Куда я тут нахрен еще могу деться-то? What the? Oh, no. О, нет. Подождите, а... Что, я должен был бежать? What? You painted me. Вы рисовали меня, вот где вы меня видели. Of course. Конечно же. The men in white are coming. Белые люди идут. The guards. Вы про охранников? Oh, no. О, нет. Ни хрена ты дала по педалям-то, мама, не горюй. Подождите, машина. Зеленые острова. Ты можешь связно говорить? Yes. Газ? Да, он вреден живым существам. У нас нет на это времени. Я не сдвинусь с места, пока ложное не станет истинным. Проклятие. Зеленым газом нас травили. Ну, то я знаю, да, было такое дело. I'd be better off finding a tool. Найду подходящий инструмент, блять, опять инструмент подходящий. Perfect. А вот и зеленая жижа, right. Которую в пар делают. На этом хватит. Идем. Let's move. Это муж. Муженек твой. Ты куда прешь, женщина? Я больше не твоя кукла, ублюдок. Ты моя жена. Моя жена и должна мне подчиняться. Оставь ее. Мы покидаем этот безумный остров. Никуда вы не пойдете. Не надо вставать между мной и женой, так что ли? Эдвард, никто не смеет мне указывать, что делать. Чё ты головоногу вот обьешься так? Как ты смеешь, надо было проткнуть его, а не бить. Пирс, нет! Зачем мне позволять забирать ее, если я могу свернуть тебе шею? Ты сбросил ее в крысиную нору, разве это защита? Я хорошо ее спрятал. Ты позволил Пулеру играть с ней. Хватит. Я сделал все, что в моих силах, чтобы защитить ее. Но ей угрожает ее же личность, ее же сила. Что? Сара видела и делала такое, что ты даже вообразить не в силах. Стал бы ты ее спасать, если бы тебе сказали, что она куда опаснее меня.
Это была ее магия. Книжная лавка. Откуда ты знаешь? Это не важно. Ты меня так вот задушишь, падла. Сара слишком долго подвергалась воздействию мифа. Даже если она бы покинула The Crowd, она все равно бы слышала его зов. И культ всегда будет здесь в ожидании ее возвращения. Тогда мы избавимся от его участников. Ты не в той весовой категории, детектив. Они контролируют весь остров. В какой-то момент она поддастся его силе, и мир пойдет вместе с ней. Не надо! Не говори, что уйти от колеса судьбы. Никому не уйти от колеса судьбы. Но это я имею. Я спасу Сару. Муженька своего, правильно? Наполовину-то ты человек, все равно тебе больно и плохо. Ни хрена топором в спину. А чё, что его палкой-то до этого не проткнул-то так же, как она? Ну так вот. Не ссорьтесь с мужьями. Кошмар. Кошмар. К Малахову надо их. После смерти Колден Пирс, мучающий галлюцинациями, пробирается в Риверсандский институт, где находит живую Сару Хокинс, узницу доктора Фуллера. Последняя встреча Чарльза Хокинса с женой показала, что этот человек в чудовищном обличии пытается защитить ее от влияния мифа. Он предупредил Пирса, если Сара поддастся оккультным силам, она лишится воли и позволит культу привести в исполнение свой план и призвать древнее зловещее божество. Поэтому Пирс должен больше узнать о намерениях Сары Хокинс и найти способ защитить ее. Вот почему могилу мужа никто не любит. Родители не должны хоронить своих детей. Я знаю, я виновата. Я чувствую вину. И эта вина будет со мной вечно. Я буду любить тебя вечно. Эх, красотка, красотка. Красотка. Так, я сделаю все, чтобы вернуть его. Все. В смысле вернуть? Его что, из могилы можно поднять? Сюда меня в первую очередь влекла работа. Здесь меня начали посещать видения. Мне не следовало их зарисовывать. Чарльз не должен был их увидеть. Что я для тебя? Ты дебил, что ли? Я заботился о тебе, спас тебя от жалкого существования. Тебе никогда не найти мужчину лучше меня. Ты предала меня и ничего тебе не должна. Мы уходим. Ты никуда не пойдешь. Вот как это было на самом деле. Он мой.
ребенка оставили. Вот он и сгорел, да? А не, смотрите-ка, он... А, он бабу только спас. Кошмарно. Пойдемте. Все прошло. Блин, вот это ужас. Это что нахрен за кракен там? Где капитан Джек Воробей? Опять? Что за дежавю? Я не знаю, смогу ли я сопротивляться, но я все равно должна положить конец этим ублюдкам. Моя дорогая Сара, вы же не собираетесь снова подвергнуться этому воздействию. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Да. Ну что ж, пока.